Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Анна Гарбенчук. І зараз ми говоримо про таке. Шукають волонтерів та помічників. У Дніпрі потрібні, власне, волонтери для приготування обідів переселенцям та всім нужденним. Сьогодні про це говоримо з нашими спікерами в нашій студії. Анатолій Зазюлинський, волонтер. Також сьогодні в нас його колега, також волонтер Максим Карпухін. Вітаю вас. І в наших гостях сьогодні вимушена переселенка Євгенія Гуляєва. Розповість свою історію. Вітаю вас, дякую, що знайшли час до нас завітати. Ну що ж, Анатолій, почнемо з вас. Розкажіть, будь ласка, як вас все налаштовано і чого, мабуть, почнемо з того, що чого найбільше зараз бракує, а потім вже перейдемо до історії. Добре. Зараз ми нуждаємося на даний момент в продуктах питання. Почему так это происходит? Потому что у нас есть запущенная кухня, там, где мы привозим продукты питания, где нам готовят уже готовую пищу. Поэтому сейчас нуждаемся в помощи в транспорте, чтобы доставлять еду по нашим адресам. Розкажіть, будь ласка, про ваше, ну так помовити, виробництво. Як багато обідів готуєте щодня? Які це обіди? Для кого? Каждый день мы кормим около 50 человек. Кормим мы в основном переселенцев или люди, которые нуждаются. У нас есть несколько адресов, по которым мы развозим пищу ежедневно. Это шелтеры, так, зазвичай? Это не только. У нас есть два шелтера основных, и это находится на проспекте Яворницкого, там, где люди плетут сетки. Для ЗСУшників. Зрозуміло. Ну, точну адресу ми не кажемо, де це знаходиться в рамках безпеки. Пане Анатолій, розкажіть взагалі, чому почали цим займатися? Що було на початку війни? Що було для вас особисто 24 лютого? Я хочу почати свою історію з того, що 24 февраля я знаходився в робочій командировці в місті Славянськ. И намерений выезжать оттуда не было. Но так как началась война, мы все проснулись в Славянске в 2 часа ночи. Я дождался рассвета и выехал в город Днепр. Как я ехал, я увидел большое количество, огромное количество людей, машин, которые бежали от войны. И у меня во время, когда я ехал, пришла мысль, о том, что эти люди будут нуждаться в помощи, хотя бы в базовых потребностях. Что такое базовые потребности? Базовые потребности – это жилье, это пища, это вещи. Многие люди приехали с Лисичанска, с Рубежного, которые были вообще без вещей, без ничего. Ко мне позвонил специалисты с социально-психологического центра помощи. И сказали, что в общежитии завезли много переселенцев, которые нуждаются в помощи. Мы приехали, я приехал конкретно в этот центр, в общежитие, собрал много людей, переселенцев, услышал, какие потребности хотя бы для первых моментов им нужно позакрывать. Это, конечно же, были и вещи, и еда, и питьевая вода, но много моментов я сейчас всего и не вспомню. Я самоорганизовался, начал обращаться в социальные сети, в Инстаграм, в Фейсбук, к друзьям, просто к людям о помощи, чтобы они мне помогли, скажем так, привезти вещи, привезти какую-то еду, которую люди могут, или просто чем-то помочь. Ну и так началось движение с первых моментов. Ко мне присоединился Максим, и начали мы помогать. Так мы начали постепенно развиваться. С первых, как бы, первый месяц было очень трудно, много раз опускались руки, не знал, что делать, куда идти. Но собрались мыслями. Я являюсь прихожанином храма Рождества Пресвятой Богородицы Православной Церкви Украины, я обратился к настоятелю, отцу Виталию, за помощью в готовой еде. И мне помогли. Это с первых дней войны, где
меня познакомили с людьми, где нам и сейчас готовят кушать. В дальнейшем, конечно, нас увидели и скаутская организация в лице Галицкого Юрия. Они нам помогли тоже питанием. Потом откликнулись много благотворительных фондов, которые в какое-то время нам закрывали потребности в продуктах питания. Но это идет постоянный круговорот, у нас уже все... Постоянный пошук. Пошук продуктов питания, доставка. Вот. Ну, как бы со временем нас увидели, мы познакомились с координационно-волонтерским штабом. Конкретно большое спасибо координатору Валерии, которая сейчас нас кормит. Ну, как-то так. Ну, по ходу всех, получается, всей помощи мы поняли, что людям многим нужна и психологическая помощь. Это не только говорится о детях, это также и взрослые люди. И мы также начали их направлять в Центр социально-психологической помощи, где им оказывают профессиональную, квалифицированную поддержку. Угу. А, пане Максим, чому ви решили долучитися до волонтерства? Я просто увидел посты в Фейсбуке Анатолия. Подумал, чем я могу помочь. Я уверен, что многие люди хотят помочь, присоединиться, но они не знают, как это сделать, как сделать первый шаг. Я просто позвонил Анатолию и сказал: Анатолий, что я могу сделать, чем я могу помочь, что мы будем делать дальше? Он сказал: у тебя есть транспорт? Я говорю: да. Помоги мне, пожалуйста, на данном этапе в доставке пищи, готовой для наших переселенцев. Ну так все и началось. Пане Анатолі, ми перед ефіром з вами спілкувалися, і ви казали, що плануєте і свій фонд також офіційно реєструвати. Так, да, ми зараз підготовляємо юридичні документи для відкриття свого благотворительного фонду, який буде називатися «Благодія». Ну, є определенно юридичний ряд питань, якими ми зараз займаємося. Ми прийшли до того, що все-таки потрібно вже створювати і рухатися далі. Благодія, так буде так називатися? Да, фонд буде називатися Благодієм. Яка мета та які плани? Основна ціль благотворительного фонду, так як і зараз, це допомога і кормлення винуждених переселенців і нуждающихся людей в этом. Також ми розглядаємо варіанти після воєнної, щоб допомагати людям со строительными материалами. Ну, то есть мы сейчас конкретно работаем над этими задачами, которые мы хотим помогать в этом благотворительном фонде. Все же ваш напрямок, прежде всего, это харчування. Да, это кормление людей. Мы понимаем, что каждый день готовить десятки порций, это руки, продукти і тим там плюс логістика, і також немало важливо одноразовий посуд кожного дня. Совершенно правильно. Спочатку нас кормили порціонно, но так прийняли рішення, що ми можемо питатися, скажем так, с общей посуды, так как у нас в шелтерах есть возможность раздать это людям порционно. Поэтому было принято решение в целях логистики, чтобы лишнего не покупать. Угу. Да, мы привозим в общем, и на месте мы уже раздаем еду порционно. Поэтому всем людям, кто нуждается в порционной еде, прошу, пожалуйста, обращайтесь, мы всем поможем, только заранее. Пане Анатолій, а що відчуваєте, коли вам дякують за те, що ви привозите їжу, за те, що ви допомагаєте? Що кажуть і що ви відчуваєте? Ну, мені кажеться, що це так должен робити многие люди, і кожен чоловік допомагати в даний момент тим, чим може. Я вибрав собі таке направлення. Я допомагаю, ну, чувствується, звісно, гордість, що ли, не знаю. Так, це гордість, так. Ну, в какой-то мере счастья, что ты что-то делаешь, ты можешь помочь людям, как бы участвуешь в этом. Ну, словами это не передать так сразу.
А що вам кажуть люди, яким привозите? Дякую. Дякую, посмішки перш за все. Власне, в мене ще питання, якщо хтось з наших глядачів захоче або руками допомогти, або знову ж таки логістикою, чи просто допомогти фінансово, чи продуктами, можливо, там хтось вирощує сам овочі чи фрукти, як допомогти, як зв'язатися? Ну, є контакти у мене на страничці в Фейсбуці, ви можете мені позвонити, і я вам розкажу, як далі діяти і організовуватися. Ви на Фейсбуці так само підписані? Анатолій Зазюлінський? Я немножко по-другому. Анатолій Гуженков я підписаний. Угу. Гуженков? Да. Угу. Зрозуміло, дякую. Ну, власне, тепер перейдемо до історії пані Євгенії. Я вас вітаю ще раз. Ну, розповідайте, звідки ви, як потрапили в Дніпро, як вас тут приймали? Я живу в Слов'янську, Донецькій області. Там я живу 40 років. Работаю, хоча я є пенсіонеркою, ну я ще працювала. І по своїй роботі я до війни, скажімо так, познайомилася з Анатолієм Вікторовичем, будучи працівниками одного підприємства. Ну, а потом настал февраль, 24 февраля. И проснулись мы, потому что у нас уже славянцев заложено в подкорке, потому что, как мне сказал один мужчина, который служил в армии, если ты один раз услышал взрывы или один раз услышал автоматную очередь, ты не забудешь никогда. Вот мы проснулись ночью от того, что мы услышали взрывы. В Славянске. А, ну, допустим, вчера мы общались с Анатолием, сегодня я ему звоню, 24 февраля я имею в виду, потому что знаю, что у него здесь ребенок, а он находится в Славянске. Как ты, что ты? Он говорит, я еду, я уже еду в Днепр, я как бы переживала, чтобы он доехал нормально, потому что говорит заторы, машины, очереди, в общем, все. Вот так вот мы и прожили конец февраля, март в Славянске. Ночуя в коридоре, когда у нас тревоги, взрывы. Ну, а потом решили в апреле все-таки поехать, когда нам уже многие наши родственники и знакомые, которые, скажем так, уже держат оружие в руках, вот, настаивали на том, что надо выезжать. А как бы так вот в моем возрасте ехать куда-то – это очень сложно, тем более куча болячек. И я позвонила Анатолию. Будучи еще в Славянске, позвонила Анатолию и попросила, чтобы он нашел мне жилье, чтобы я уже знала, куда приехать хотя бы вот в эту ночь. Не ожидала, честно скажу, не ожидала. Но Анатолий мне помог, сказал, что есть жилье, пожалуйста, приезжай, спасайся. Мы приехали, сразу же вот приехали, у нас уже квартира, скажем так, есть где переночевать, голову положить, скажем так. То, что нужно было, постельное белье там или подогреватель какой-то, холодно, еще же февраль месяц, ну, еще апрель месяц, холодно было. Я обращалась к нему, спасибо, он мне ни в чем не отказал, он мне все время помогает. Вплоть до сегодняшнего дня. Потому что, как говорится, переселенка, да, оформила свои документы, довидку переселенца, все. Но ну, нет помощи. Нужно ждать несколько месяцев помощи от государства, от каких-то других организаций. Вот. И я узнала, что они занимаются вот именно кормлением переселенцев. Ну вот она я, как бы вот сказать. Вот. И сейчас они меня кормят. То есть 3 раза в неделю я получаю обед. Бесплатно обед. Это уже, знаете, какая помощь для вот людей, которые... Во-первых, мы не знаем, сколько мы будем здесь жить. Во-вторых, мы не знаем, когда же это все закончится.
В-третьих, не такая большая пенсия у людей, особенно, допустим, вот, чтобы можно было прожить. Ну вот, так я познакомилась, я им очень благодарна. Я каждый день молю Бога за них, чтобы они были здоровы и работали, вот так вот, как они работают. Ну, это огромная помощь для переселенцев, если честно. Скажите, пожалуйста, как вам Днепро? Вы знаете, я благодарна Днепру как городу, то, что они меня приняли, то есть сюда. Вот. Ну, а, скажем, в силу обстоятельств я не могу открыть свою душу, чтобы, знаете, вот с любовью посмотреть или вот посмотреть фотографии или посмотреть на эту реку, ну, потому что обстоятельства так складываются. Ну, для этого має бути мирне небо. На жаль, ми всі наразі травмовані, і ті, хто приїхав фактично з аду, то потрібна реально, пане Анатолій, як ви казали, психологічна підтримка, психологічна допомога. Пане Анатолій, наостанок, будь ласка, скажіть, чого бажаєте переселенцям, дніпрянам, українцям в цілому? Перемоги. Миру. Перемоги миру Україні. Можливо, пане Максим, щось хочете додати? Я хотел бы добавить, обратиться, друзья, очень нужна ваша помощь, любая помощь, абсолютно любая. У нас очень часто опускались руки, хотелось все бросить, ну, казалось, что выхода нет, зашли в тупик, но всегда находились люди, которые давали полезные контакты, помогали материально. Помогали транспортом, помогали, ну, всем, чем можно. Просто любая ваша помощь очень важна в данной ситуации для нас, для всех. Я дякую вам за участь в нашому ефірі, дякую вам за те, що ви робите. З такими людьми Україна точно переможе. Спасибо. Я нагадую, що в наших гостях сьогодні були Євгенія Гуляєва, вимушена переселенка, яка наразі облаштувалася в Дніпрі і дуже вдячна волонтерам за допомогу. А також сьогодні в наших гостях, власне, ці волонтери Анатолій Зазюлінський та Максим Карпухін. Я нагадую, що ми говорили про те, що шукають наразі помічників, партнерів, там буквально волонтерські руки. У Дніпрі так потрібні волонтери для приготування обідів переселенцям. Окрім обідів, так волонтери займаються багато чим. Це різні-різні запити. І завжди потрібна ваша допомога. Тож, не будьте байдужими. З вами була Анна Гребенчук, телеканал «Відкритий». Дякую за увагу.